Похвастаться хочу вот этой вот штучкой сегодня. Вот мне ее вернули после ремонта. Это начало 70-х годов, такой классический хорус и классический вибрато. Железная, весом килограмма 3, наверное, точно. Вот, я вам ее покажу, как она работает. Вот с такой вот гитаркой. Это Honor. Гитарка Honor, ну, очень хорошо сделана, немецкая гитара, прямо шикарно сделана. Но почему именно с этой примочкой? Потому что здесь стоят датчики, такие винтажные, так называемые помадки. И поэтому звук у нее тоже очень винтажный. При том, что вот эти старые датчики, немецкое качество инструмента сделано и очень хорошая механика вся. И вот. Колодки сейчас залезем просто. Ну, просто праздник какой-то. Если люди не знают, что такое хорус и что такое вибрато, в хорошем смысле этого слова, то сейчас вы узнаете. Ну вот, то есть, сейчас мы, да. То есть, это у нас абсолютно чистый звук этого инструмента. Вот, сейчас мы включим. Так, нет, я не то включил. Так, вот это у нас будет как бы хорус классический, вот такой. Можно уже этот рычаг не дергать, потому что она сама как бы вот это вот плавающий звук делает такой. Вот, а сейчас будет вибрато. Такие штучки.